Здравствуйте. С главными региональными событиями дня вас знакомят журналисты телекомпании «Ахтуба» и я, Игорь Морозов. С работниками Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, а также предприятия «Северсталь Метис» встретился губернатор Сергей Баженов. Глава региона обсудил с заводчанами не только вопросы промышленного характера, но и те, что волнуют людей изо дня в день. Дороги, ЖКХ, работа местной власти. Слово Светлане Алекбаровой. Волгоградский завод нефтепереработки – один из крупнейших в области. Здесь производят мазут, бензин, дизельное, судовое и даже реактивное топливо. На встрече губернатора с работниками предприятия звучат вопросы на самые разные темы. В том числе строительство жилья, ремонт дорог, городская инфраструктура, работа управляющих компаний и местной власти. Мы сегодня делаем прорыв в организации мест в детских садах. Граждане это отмечают. Но то, что касаемо жилищно-коммунального хозяйства, которое страшно запущено, и отношений граждан, управляющих компаний и властей Волгограда, здесь нам предстоит в течение ближайших лет навести порядок. Еще одной темой для разговора стала перспектива развития региональной промышленности. По словам Сергея Баженова, правительство Волгоградской области предоставляет льготы тем предприятиям, которые в большом объеме платят налоги в региональный бюджет. Мы сегодня принимаем решение и делаем льготы тем предприятиям, которые модернизируют свои производства. Мы сегодня даже субсидируем процентные ставки по кредитам некоторым предприятиям. Мы сегодня всех тех промышленников, которые направлены на увеличение объема продукции, на увеличение заработной платы, на модернизацию производств, поддерживаем не только региональными, но и федеральными целевыми программами. Одним из предприятий, которое держит курс на модернизацию, является «Северсталь Метис». Здесь производят сталь, проволоку и высокотехнологичные канаты, которые используются в нефтяной и горнодобывающей промышленности. Очень сильно на нашем предприятии, вообще в «Северстале», развита инвестиционная деятельность, то есть инвестпроекты мы защищаем, и они реализуются. Но не только развитие производства стало главной темой для обсуждения с сотрудниками предприятия. Тарифы, льготное жилье и даже продажа спиртного в ночное время. С жалобами на работу местной власти заводчане обращаются к губернатору. Ну вот в качестве примера на набережной Красноармейского района, работает порядка 7 кафе. Они работают круглосуточно. Мы тогда вручение протокол по рейтингу попробуем организовать работу еще раз с городскими властями и с правоохранительными надзорными органами. Это не первая жалоба. Это, конечно, портит жизнь. По мнению заводчан, губернатор правильно делает, что проводит такие встречи с коллективами напрямую. Можно лицом к лицу обсудить все насущные проблемы. Этих встреч бы, конечно, побольше, потому что вопросов у людей было очень много, которые мы обозначили Сергею Анатольевичу. Ну, я думаю, что встреча очень получилась, много получили ответов на эти вопросы. И в дальнейшем также думаем, что Сергей Анатольевич будет нам содействовать. Светлана Алекбарова, Екатерина Караваева, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».